Жительница Славянки Лариса Черникова известна многим как художница. Ее картины очень часто украшают выставки в районном музее и Доме культуры. Но талантливый человек талантлив во всем. Несколько лет назад Лариса Алексеевна попробовала себя в новом амплуа – писатель сказок. О том, как рождаются волшебные истории и оживают вымышленные персонажи, и где же прочесть сказки от нашей землячки, расскажет наш корреспондент. Нет, она не из семьи художников или писателей. Она не училась в школе искусств и литературном колледже. Творчество в жизни Ларисы Черниковой появилось относительно недавно. 10 лет назад ее средняя дочь Алиса предложила попробовать заняться изобразительным искусством. И вот мне средняя дочка прислала однажды на день рождения коробочку, в которой были нитки. Я внучка говорит, бабушка, там что-то лежит. Мы начинаем с ней разматывать эти мотки, а там баночки с краской. И баночка, и самый большой моток – это вазочка. И инструкция, плюс кисточки. Роспись по стеклу – то, с чего все начиналось. Лариса Черникова с интересом вовлеклась в творческий процесс. За 3 месяца я дома зарисовала все банки, все вазочки, все кружечки. Да? И когда поняла, что мне срисовывать уже неинтересно, выписала себе учебник по рисованию и стала учиться с нуля. Дальше больше. Сначала рисовала карандашом, потом акварелью, но позже поняла, что ей по душе техника нанесения рисунка пастелью. Ее первые картины в основном натюрморты. Позже она нашла вдохновение в славянских пейзажах. Особенно ее впечатляет море. В мастерской Ларисы Черниковой картин немного. Художница с удовольствием делится своими работами, а они дарят прекрасные мгновения людям. В основном я их дарю. Вот могу сказать, где находятся мои картины. В Майами одна есть, в Германии одна есть, вот на Украине десяток, значит, в Хабаровске, в Владивостоке, в Артеме, в Иркутске, в Москве, в Санкт-Петербурге. Кто-то покупает, кто-то получает в дар. Лариса Черникова считает, что научиться рисовать сможет любой желающий. Главное – захотеть. Раз в месяц в районной библиотеке она проводит мастер-классы. Клуб художественной самодеятельности называется «Яблоко». Но все-таки рисование – это не единственное увлечение Ларисы Алексеевны. Несколько лет назад она открыла в себе литературный дар. История началась 5 лет назад. С одной сказки, причем я никогда не думала, что я буду писать сказки. Это я возвращалась после посещения врача-стоматолога. Вот. И я придумала историю про дракона, у которого заболел зуб. Вот. В этой истории у меня появилась говорящая птица, неизвестно откуда взялась. И история вообще получилась очень хорошая, ну, сказка, да, компактная, и мне она самой понравилась. Лариса Черникова начала писать небольшие рассказы, которые как бы дополняют друг друга. В ее сказках есть как новые герои, так и уже знакомые читателю, те, которые уже давно на слуху. А еще неизвестные нам с детства волшебные персонажи раскрываются с новой, неизведанной стороны. Подумала, вот Баба-Яга, да? Мы же все знаем, страшная там, избушка на курьих ножках. А вот с чего все начиналось? Ведь она же была когда-то молодая. Я придумала историю про молодую бабу. Еще есть параллель со сказкой «Золушка», но в моем мире в этом, допустим, в отличие от классической «Золушки», две девушки убежали с бала с туфельками. Не одна. Была Золушка, естественно, которая пришла. Вот. И была вторая, которая ведьма, которая молодая ведьма, которая помогала принцу. Вот. И ему придется решать. Кто она, та самая? Сказки Лариса Алексеевна печатает на своей странице в Одноклассниках и Фейсбуке. Ее литературные творения нашли живой отклик в сердцах читателей. Многие с нетерпением ждут продолжения, а работники библиотеки даже распечатали короткие рассказы в небольших брошюрах. Вот библиотека мне делает книги. Она, я пишу, в Фейсбук выставляю, Полина Беляева их качает, да, и вот такие, потом они лежат в библиотеке, там кто-то читает, вот, например, одна сказка, вот, «Лилия» называется, вот другая сказка «День рождения», вот сказка, с которой все начиналось. Сейчас в багаже Ларисы Черниковой порядка 10 рассказов. Все они дополняют друг друга. Ее невестка даже нарисовала иллюстрации к будущей книге, о которой так мечтает местная писательница.
Да что там, о настоящей книге со сказками мечтают и детвора, и многие жители Славянки, знакомые с удивительным творчеством Ларисы Алексеевны. Конечно, издание сказочной книги требует определенных затрат, но зато как же это будет здорово и детям, и взрослым открыть красивое издание и окунуться в волшебный мир, созданный местной писательницей Ларисой Черниковой. Если кто-то готов помочь нашей землячке издать сборник сказок, можно обратиться в районную библиотеку. А почитать сказки можно в социальных сетях Ларисы Алексеевны. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов, Новости Славянки.